2009 году этот слет был создан. Был создан на базе села Ермак Новоршавского района. Там, значит, под эгидой пограничного управления был проведен первый слет. В 2013 году во взаимодействии с Министерством образования Омской области и Министерством по молодежной политике Омской области было составлено положение, где в 2013 году на базе имени Стрельникова провести уже большой, огромный областной слет. Вы будущие пограничники. Вы наша сила, забота. Вы будете охранять нас. Наши деды, наши отцы воевали за то, чтобы мы с вами жили под мирным небом. И я надеюсь, что Россия всегда победит. Я вам желаю, ребята, чтобы вы воспитывали в себя, в себе смелость, мужество, отвагу и преданность нашей Родине. Сегодня на вас есть такая определенная уверенность, что никакой нацизм нас не сломит. Все вы бодрые, все вы счастливые, все вы готовы сегодня решать учебные задачи. Но я глубоко убежден в том, что пройдет немного времени, и многие из вас окажутся настоящих, действующих и в вооруженных силах, и в пограничных войсках, и в Росгвардии. И каждый из вас с достоинством и честью будет нести честь нашего русского гражданина. В программу слета включены в основном элементы, это военные, можно сказать, подготовки, строевая подготовка, знания истории, знания устава, истории пограничных войск, разборка-сборка автомата Калашникова, надевание противогаза, надевание ОЗК, затем такие спортивные конкурсы запланированы, которые будут участвовать все команды. Ну и далее у нас большой конкурс, он отдельный, это поиск нарушителей государственной границы. Ну и по итогам всех соревнований, кто набирает максимально баллов, та команда становится чемпионом, вручаются кубки за первое, второе, третье места командам. Ну и отдельно в дисциплинах ребятам за первое, второе, третье место также вручаются награды. Мне всегда было еще с детства интересна военная тематика. И как только узнал, что у нас в школе есть военный отряд, я сразу же попытался пробиться. И так получилось, что я еще и командиром по итогу стал. Интересны некоторые исторические моменты, некоторые события, боевые сражения, стычки с неожиданными интересными финалами. Ну и, конечно же, теория по тому, как поймать нарушителя. Со своим отрядом мы проводили практически каждый день тренировки, готовились к слету юных друзей пограничников, разбирали автоматы, получали навыки в работе с уставом, изучали историю погранвойск, еще занимались строевой подготовкой. Мы уверены, что наша победа будет.
победа будет нашей.